Лиспа, семейный диалог. Что за погода? Как эти сумерки ужасны, как черный воздух налип на крыши и асфальт. А я устала, носилась целый день напрасно. Была у Сашки, купила мыло и кефаль. Как нам хорошо, как хорошо нам жить на свете. Дождь, видимо, прошел. Скоро теплый вечер, как все моет вокруг. И птицы весело щебечут, а, дорогой мой друг, как хорошо нам быть с тобой. Как бьется сердце, но отчего же бьется сердце? Все от погоды. Зачем живу я? Куда от этого мне деться? Пойди, мой милый, пойди немножечко прилег. Как нам хорошо, как хорошо нам жить на свете. Дождь, видимо, прошел. Наступит скоро теплый вечер. Твой мой друг, как хорошо нам вдвоем с тобой. Ну что молчишь ты? Ну что молчишь ты, что с тобою? Да ничего же, сижу, гляжу себе в окно. Все равно, как нам хорошо, как хорошо нам жить на свете. Дождь, видимо, прошел. Наступит скоро теплый вечер, как все поет вокруг, и птицы весело щебечут. Дорогой мой друг, как хорошо нам поем с тобой. Все наладил, просто посадите нормально. Я хочу.